вот свой центральный процессор. Внутрипланетная сеть подключена. Процесс пошел. Вот так. Желаю Алье приятного аппетита. Доступ положительный. Все электроцепи открыты. Что это происходит? Разврат. Не может быть. Кругом все рушится. Планета сошла с ума. Она заразилась от Гарматрона безумием. Система выходит из строя. Скорее отключай. Никак. Он разбалансирован. Он достаточно разумен, чтобы помешать вашей планете его уничтожить. Гальватрон, ты свободен. Циклончик. Могущественный, прости меня, я не понимал. Нет. Ты должен был понимать. Все за мной. Я знаю, что нам делать. Ты ведь боишься меня, проклятая планета? Я ведь теперь знаю твою тайну, верно? Тайну. Когда она вторглась мне в мозг, я ведь тоже вошел в ее мозг. И я знаю, где оно. Ядро памяти планеты. Там, внизу, в самой густой паутине. И когда мы разорвем ее... Она знает, что мы делаем. Она пытается остановить нас. Ты не сможешь остановить меня. Я Гальватрон. Я твое разрушение. Совсем обезумел. Гальватрон, нет. Твои электросхемы не выдержат. Меня... Никто не остановит! Эльватрон! Тебе конец! Циклончик! Теперь я наконец-то уничтожу эту планету! И не пытайся меня остановить! Что такое красота, циклон? Полное разрушение и точный расчет. Тархуле теперь придется сотни лет восстанавливать свой мир. Только сотни лет? Ты уверен? Значит, моя работа еще не завершена. Но у нас есть более важные дела, могущественные автоботы, например. Автоботы? Ультрамагнус. Да, да! Мама! The Transformers will return after these messages. Спасаясь от войн, которые раздирали их родную планету Кибертрон, большинство автоботов избрали своим временным домом Землю. Под руководством могучего Оптимуса Прайма доблестные автоботы мужественно сражались против нападок злобных десептиконов, защищая своих новых друзей-людей. Сейчас идет 2006 год. Автоботы вновь вернулись на родную планету Кибертрон, открыв тем самым ее золотой век. Они вновь объединились со своими товарищами из других районов галактики, такими как Бравый, гигантский космический шаттл, Лэр, который всегда торопится, Ворчун, мудрый старый воин, Вилли, который всегда говорит стихами, Спринтер, боевой вертолет, Арси, могучая амазонка, и Ремонтник, лидер автоботов, которые поселились на планете Утилион. У автоботов теперь новый вождь, Родимис Прайм, который унаследовал от Оптимуса Прайма матрицу управления.
являясь хранилищем мудрости, накопленной автоботами за миллионы лет существования, эта матрица помогает Родомесу в самые трудные минуты продолжать борьбу против владычества злобных десантиконов.